Мама утром привез на лед, сейчас забирать приехал. Сейчас спросим результат ее ловли. Ну что, расскажите. Что рассказывать? Что вы поймали? Я не считала, не знаю. Надо ее... Поймала хоть что? Ну что-то поймала. Что-то поймала? Ага. Ну, есть. Да как шабалой-то поселили там ее куча. Что? Она же мелкая, видишь? О, и крупненькие есть. Да. Молодец. Я ж тебе сказал, вот твой камыш, вот. А? Вот твой камыш, где два мужика. Вот здесь вот, это вот здесь мы бурили. Ты его здесь ловила. Вот с этого края, вот с этого. За камышом? Вот с этого, перед этим камышом, вот. Вот это место, вот ты ловила вот здесь вот. А ты ушла куда-то, ну, на чистое. Вон на бурилке. Ну. Тут пробурила, там пробурила. Ну, молодец. Ну все, давай. Тяжело. Ой, устала. Устала, да? Угу. Давай мне на плечо, забрасывай. О, а где эта крышка-то у тебя? Следобур. Ну, у меня дело, след, видишь. Ну все, пошлепали. Все, в мешке там. Давай. Я пыталась, ага. Ну вот так вот. У меня не получилось сегодня на рыбалку съездить. Ладно, хоть маму вывез. Вот. Как говорят, дела давно минувших дней. Предание старины глубокой. Вот. Сотню, говорит, наловила. Ну вот так вот. Ладно. Всем привет. Всем предновогоднего настроения. Всех с наступающим праздником.